Снова здравствуйте, всем привет. Итак, переделал я персонажа Элвиса. Вот так он выглядит. Можно теперь ему менять шмотки, разные прически, и получится множество разных персонажей. Ну, как болванка пусть будет. Так, хотел бы в этом ролике попробовать аддон, значит, называется Авторик Про. Я его раньше тестил, но это уже поновее вроде версия. Давайте выберем Авторик Про Смарт. Так, выберем какие-то наши причиндалы. Jet Selection, окей. Add Neck. Это у нас будет шея. Дальше у нас будет подбородок. Дальше у нас будет, значит, ключицы. Где-то вот тут пускай будут. Дальше у нас получается следом запястье. И следом у нас получается пах. И вот эти вот линии сгиба стоп. Так, есть такое дело. Так, ну у него теперь же есть еще фейс морды, да? Давайте поставим facial setup. Так, единица на нампаде. Выберем все вот эти контроллеры. Приподнимем их, значит, кверху. Сделаем S. G. Отведем, поставим. Чуть-чуть можно повыше. Ну, я думаю, сцепиться должны. Ну, вот эти можно еще поотвести чуть подальше. И согнуть, значит, вот эти брови. Децела. Так, теперь выбираем рот. Делаем ему S. Поднимаем по верхней кромке. Так, теперь выбираем вот эти боковушки G. Подставим под них. Ну и вот эти нижние оттянем к низу. Так, вот эти две косточки тоже оттянем поближе в тело. Так, вот эти я не знаю, за что отвечают. Так, вот это, по-моему, нос. Ну, нос и нос пойдет. Так, теперь тут такая фишка, что глаза должны быть отдельно. И вот здесь вот нужно выбрать цилиндр G. Так. Ну вот у меня глаза GL5001 и 002. Давайте нажмем, попробуем. Так. Go. Ждем. Во, глаза установились. Вроде бы все нормально. Так, теперь следом. Следом нам нужно выбрать, значит, всего вот этого персонажа. Английская А. И найти твист. Вот этот. Disable, Limp Option, и здесь что-то не появляется, значит, то, что нам надо. Зайдем в Object Mode, Match to Rig. Так, подождем, посмотрим. Так, единица нам падает. Зайдем в Edit Mode, и, наверное, я все-таки подкорректирую немножко риг. Так, смотрим, локти и сгиб получили. И вот еще что. Вот здесь будет косяк 100 пудей. Ну, чтобы линия поворота была отмечена, линия сгиба,
Так, ну тут с ногами вроде бы все нормально. Так, что еще? Голова отмечена, ключицы отмечены. Ну, наверное, все-таки еще руки приподнять сверху. Пальцы вроде бы нормально, а вот еще, смотрите. Не знаю, как это будет корректироваться. А ну-ка, заведем в mesh. Вот здесь вот одна косточка находится сбоку. Ну, в принципе, ладно, пусть находится, да? Вот так вроде бы попали. Так. Object Mode, английская, а ну-ка, не А, а выберем только Rig. Match to Rig. Преобразовываем его в контроллеры. Теперь что нужно сделать, да? Выбрать, значит, нашего персонажа. Это уже в Object Mode. Полностью выбрать волос, персонажа, все, что есть, да? Так. И, значит, зубы, язык, зубы, глаза тоже, я думаю, надо выбирать. Так, а потом выбираем весь риг. Ага. И что тут дальше? И теперь его нужно скин прикрепить, бинт, вот этот. Так, вроде бы персонаж должен привязаться. А ну-ка, выбираем, значит, риг, выбираем пост мод, ставим viewport display in front, чтобы видеть все косточки, да? Мы посмотрим, как тут все работает. А ну-ка, тройка на нампаде, G. Ну, нога вроде адекватно, значит, гнется. А ну-ка. А если вернуться в Object Mode и попробовать еще ремень выбрать. Ремень, бляху, выбрать кости и нажать бинт. Привяжется второй раз, нет. Во, вроде бы что-то произошло. Выбираем опять риг, выбираем пост мод. Тройка на нампаде, G. Во, уже лучше. Значит, и ремень назначился. А нет, все равно он продавливается. Ну, потому что персонаж есть. Это все дело устранить можно, не проблема. Так, что еще? А ну, посмотрим, насколько адекватно. Мне вот интересен не столько сам риг, сколько вот это фейс лица. Так, получается. Косточка. Ох, как тут все в цветах радуги. Так, а ну-ка. Смотрим. Один глаз работает, второй. А ну-ka. Ctrl-Z. Вот это кто такой? А, это глаза сами. Так, я сейчас сохраню, наверное, вот этот вот файл. Файл Save As. Это значит Elvis передел. After Rig Pro. Сохранить. Так, N-панель пока закрываем. Там еще какие-то другие настройки. Потом можно будет потестить. Так, что у нас по пальцам рук? G. R. Так, пробуем теперь к этому ригу применить наши, значит, фишки. Так, сначала фейс лица.
Так, тройка на нампаде, это кто у нас тут? Опа, адекватно. Адекватно, шоколадно, прикольно. Так, теперь что у нас получается? Какие кости закрывают глаза? Ну, это вот понятно, это у нас, значит, брови. Так, вот эта косточка что делает? Ну, вот много тянет за собой, вот именно. Щека. Так, где тут еще контроллеры? Так, вот он какой-то. А ну-ка. Непонятно, кто такой. О, волос за собой. А, это челюсть на скайл. Так, а вот не вижу я, значит, вот этих контроллеров для глаз. Для век. А ну-ка, джи. Это глаз. Ох, как они тут понапутали. А ну-ка, а это что такое? Джи. Это слежение, поворот глаза. Это значит... Так, вот они, по-моему, должны быть веки. Да. Все так прикольно. Так, это у нас, значит, тоже века. И должны такие же быть снизу. Так, вот это у нас кто? Непонятно. Так, вот это кто? Вот, нижняя века. В принципе, что, прикольно, да? Зубы привязались. А ну-ка, что там? Так, вот с зубами еще нужно поработать. Они вот отделились, какие-то зубы не привязались. Не проблема, это все можно подкорректировать. А ну-ка. Ну, язык тут однозначно, наверное, не привязался. А, не, привязался. Какой-то косточки. Так, вот беда, что да, зубы привязались именно к контроллерам. Нужно делать зубы отдельно. Привязку отдельно, значит, им делать. Ну, а так мне... устраивает вот эти особенно раз, мимика глаз. А ну-ка, насколько он адекватно еще работает, давайте посмотрим. G, это значит другая кость, это G приседает, все нормально. Вот для мультфильма, в принципе, все нормально подходит. А ну-ка, как у него стопы тут? Тенс. Ну, в принципе, можно кайфовать от этого рига. Так, теперь А, Alt-G, Alt-R. Возвращаем все. Вроде бы все на месте остается. Риг не исчезает. Так, английская А. И Lock-Rot. Прописка прошла. Так, следом что у нас получается? Заходим в Object Mode, и нам нужно отвязать вот эту вот шмотку. Закрываем и привяжем ее по-нашему. Ctrl-P, White Automatic Widget. И потом ее выберем и нажмем Data Transform. А, пардоньте. Затупил. Выбираем, значит, шмотку, выбираем наш риг. Так. Ну, где теперь? А, вот. Делаем Ctrl-P, White Empty Group. Выбираем нашу
шкуру, вот эту одежду, Data Transfer, нажимаем на нашего персонажа, Vertex, Vertex Group, файл Apply, применяем. Так, теперь давайте зайдем, посмотрим, как это все дело работает. Postmod. G. Все равно проваливается. Так, Ctrl-Z. Давайте попробуем еще одну настройку. Зараз уже протестим, чтобы не проваливалась одежда. Так, зайдем в Object Mode, выберем нашего персонажа, добавим ему Shift Key. Прибавляем вот этот ползунок валу до конца. Заходим в Sculpt Mode, делаем S персонажу. Все это дело оставляем, заходим в Object Mode, уменьшаем нашего персонажа, выбираем теперь, что мы выбираем, шмотку, заходим в модификаторы, находим Surface Deform, выбираем нашего персонажа и жмем Bind. Так, теперь заходим, выбираем нашего персонажа, заходим в Sculpt Mode, выбираем модификатор и прибавляем его. И вы видите, что шмотка сейчас не должна проваливаться. А ну-ка смотрим Object Mode. Выбираем наш Rig. Post Mode. И значит, а ну-ка G. Все, теперь у нас чуть-чуть где-то вылазить будет. Ну, не столь, значит, критично, да? А ну-ка, G. Все, можно. Блин, классный, значит, аддон. В принципе, те же настройки, что у меня, за исключением, что его нельзя теперь изменять, я думаю. Так, и, значит, по вопросу, как он будет смотреться в формате, значит, анимации, да? Давайте запишем какую-нибудь анимашку. Ну, давайте и Lockroot. Теперь, значит, просто повернем, допустим, голову. Ну, все привязано, за исключением вот зубы надо, да, подкорректировать. Так, вот они у нас находятся. Веки нижние. G. Все адекватно работает. Так. Вот единственное, что можно попробовать сейчас еще заменить их. Вот эти вот контроллеры. Так, вот этот, по-моему, а это шея, да? Разобраться по контроллерам надо, где тут. Так, это тоже что-то непонятки. А ну-ка. Вот это должна быть челюсть, значит. Так, а и Lockroot. Ну и какую-нибудь анимашку маленькую сделаем, да, так, G. Посмотрим, где у него тут вот они ключицы, R. Какие-то перекруты у него. Так, позвоночник, а ну-ка. Почему-то не гнется. А, отдельные кубы стоят, да? Вот, только кубы будут гнуться. А ну-ка, это на растяжку стоит. Прикольно. А, и Lockroot. Так. Анимашка у нас есть, да? Что пробуем? Пробуем теперь файл. Так, удалим камеру, delete. Удалим свет, волос, персонаж, глаза, base, рот. Все на месте. Это уже настройки, значит, глаза под настройки.
рот, зубы под настройки и ремень, волосы тоже, это уже объединено, да? И что получается? Ну, теперь давайте файл экспорт, формат FBX, десктоп. Так, теперь смотрим файл импорт, формат FBX. Да чтоб меня, гляньте, сколько тут костей, а ну-ка. Ну, анимация работает. Ну вот почему-то продублировались вот эти кости, а ну-ка, если их удалить, Ctrl-Z, это, короче, полностью вся его вот эта настройка, значит, это задние контроллеры, руки. А ну-ка, проверяем. Убираем, значит, что у него тут на других, значит, слоях. Так, это на FPOS-мод лучше смотреть. Это кубы. Это сферы. Это руки, отдельно позвоночник. Так, вот они, кости. На растяжении все стоит. Вы видите, что вот, вот эта кость, а ну-ка, это ключица, а ну-ка, G, R, зафиксировано, а ну-ка, эти G, R, крутится, вертится, а ну-ка, к этой привязаны. Так, этим слоем не могу работать, а ну-ка, этот. Мяу. Так, кости ориентира, кости таза, кости ключиц, кости пальцев. Так, это вот этот я не пойму, это на что он работает, почему он тут находится. Ну, в принципе, как будто двойной какой-то рик, значит. А ну-ка, вот эту если штуку Reset. Так, это что тут? Insert, insert. Remove from keying. А, это reset позиция. Это что у нас? Тоже все в позиции. Прикольно, значит, все дело работает. Еще с этим надо будет поразбираться. Ну, в принципе, что? Персонаж сохранился с анимацией. Не пойму, почему вот эти вот, да, еще у него риг стоит. Как будто два рига тут. А ну-ка, вот этот выберем, зайдем в постмод. Что-то тут подтуплять начал. А ну-ка. Когда сохранять, надо найти вот этот второй риг и просто тупо его удалить. А ну-ка, Edit Mode. Или он просто позицию держит, да? И очень туговато они, значит, выбираются. Они заблокированы, походу, не передвигаются.
Ну, с этим делом еще буду разбираться. Ну, уже хорошо, что делается анимация. Второстепенные, значит, вот эти кости, я с ними еще разберусь, потом сделаю ролик, как их убрать, нужны ли они вообще и откуда они берутся. Ну, вот такая штука. Ну, на этом все. Всем пока. До свидания.